Всем привет, друзья! Вот и наша собачка. Ей сегодня исполнилось 11 дней. И сейчас покажем, как мы кормим нашу собачку-щенка немецкой овчарки Арчи. Вот собачка и вот щеночек Арчуди. Вот щеночек Арчи. Папочка пришел посмотреть. И вот наше молоко. Давай, давай, давай сейчас. А ну. Сейчас будем кормить и покажем, как мы кормим собачку. Давай. Вот. Ага, вот. Вот, смотрите, какой у него аппетит. А, мама щенка, к сожалению, не может кормить щенков, поэтому мы взяли одного щенка к себе. И поэтому кормим вот так в квартире соской собаки. Сейчас, если я не ошибаюсь, 11 дней. И вот щеночек. У щеночка такой хороший аппетит. Он ест молоко. Целый день хочет бегать, хочет убежать с этой корзины. Но вот пока его не пускаем. Скоро откроет глаза щеночек и уже будет ходить. Потом уже посмотрите. Каждый день, друзья, мы будем добавлять новое видео с щенком. Так что смотрите, как будет наш щеночек расти до 1 месяца. Потом мы его передадим в хорошие руки. Так что до этого он будет у нас. И будете смотреть, смотрите, какие у него лапки. Угу. Вот папочка пришел посмотреть. Тоже интересно. Угу. Смотрите, какой у него аппетит. Угу. Ага, вот. Давай еще. Давай поставим вот так. Смотрите, как ходит. Ага. Иди, еще покушаем. Давай. Вот так. Ага. Сегодня, как видите, у щеночка хороший аппетит. Арчи тоже наблюдает. Вначале Арчи убегал в другую комнату, шел, когда видел щенка. Когда щеночек плачет, он уходит в другую комнату. Ну, сегодня что-то вроде он привык уже к щеночку своему. Вот так, друзья, как я вам обещал, показать, как мы его кормим. Кормим мы молоком сухим. Так что вот так, друзья, аппетит у него хороший. И надеемся, будет он здоровеньким, хорошеньким щеночком. Давай, щеночек, давай, суску. Давай. Вот. Молодец. Смотрите, как он держится за мою руку. Давай, молодец. Какие лапки у него. Красиво. Ага. Глаза, как я уже вам сказал, у него пока закрыты. Еще глаза не открывал. Но вот посмотрим, когда он откроет глаза, в какой день. А я каждый день буду снимать видео и показывать вам, как наш щеночек растет. Угу. Все, думаю, что больше не хочет. А ну посмотрим, если не захочет, не будем ему заставлять. А еще раз, на, щеночек, на. Еще немного. Все, друзья, щеночек больше не хочет есть. Давайте сейчас его покажем немного и на сегодня закончим наш эфир. Так, я возьму его в руки. Ну вот так. Вот наш щеночек. Арчи, иди сюда. Посмотри щеночка. Вот наш щеночек, ему 11 дней, и вот такой у него красивое место, здесь он спит у нас и ест. И чтобы щеночку не было холодно, мы еще положили теплые бутылки, чтобы ему не было холодно. Днем собачку кормит Мари, моя жена, а по вечерам, когда я прихожу с работы, кормлю уже щеночка я. Вот щеночек. Поспал на моей руке. Вот спит. Ага. Ага, положил голову. Давай поставим его на место. Он сейчас
Ляжет, она хочет побегать, посмотрите на него. Она хочет убежать, смотрите. Хочет устроить побег, щеночек, но не получится. Сейчас покрутится, покрутится и поспит. Давайте я вам покажу его сблизи. Вот так, вот так. Да-да-да-да-да, не плачь. Вот так покажу щеночка. Угу. Вот такой у нас красивый щеночек, который хочет убежать. Никуда не убегай. Вот так, друзья. Вот такой у нас щеночек. Ну что, друзья, на сегодня все. Так что подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и пишите комментарии. Увидимся в следующем видео.